Янина, здравствуйте. Какую компанию вы представляете? Здравствуйте, я представляю компанию Book.com. Мы представляем услуги аутсорсинга бухгалтерского учета для интернет-магазинов. Сегодня на выставке вы занимаетесь продвижением своих услуг. Да, безусловно, и мы на выставке уже четвертый год. Четвертый год подряд? Да, четвертый год подряд. Значит, эта выставка имеет успех для вас и для процветания вашего дела. Расскажите немного о ваших услугах, для того, чтобы заинтересовать всех тех, кто впервые сталкивается с вашей компанией. Услуги аутсорсинга бухгалтерского учета, ведение бухучета именно для интернет-магазинов, которые представляет наша компания, отличаются тем, что мы знаем высокую специфику дистанционной торговли и предлагаем технологические способы решения. Вы это делаете удаленно или присутствуете в офисе заказчика? В основном удаленно, но при этом мы выезжаем к заказчикам в случае необходимости. А какая география вашего присутствия? Как далеко может отправиться специалист для того, чтобы помочь клиентам? Вы знаете, очень широкая география. У нас недавно появился магазин в Красноярске. О, это хорошо. Это далеко за Уралом, Сибирский федеральный округ. Чем еще может быть полезна услуга вашей компании? Но вот помимо аутсорсинга, какие-то дополнительные задачи могут ли быть решены? Конечно, безусловно. Мы можем сделать услуги консалтинга, проверить, как сейчас настроена технологическая часть обслуживания. Можем предложить налоговое консультирование. Это хороший спектр услуг. И последний вопрос. Какие, на ваш взгляд, исходя из опыта вашей компании, основные тренды в ритейле сегодня? Я считаю, это высокотехнологичное решение. В принципе, какие вы и предлагаете. Да, безусловно. Ну, тогда удачи вашему делу. Спасибо за интервью. Спасибо. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.